Бесплатное мороженое, напитки и мастер-классы. В Саратове прошел первый фестиваль позитива. На территории национальной деревни развернулись несколько разных площадок. Все желающие могли бесплатно попрактиковаться в стрельбе, а также поучаствовать в конкурсах. Для взрослых работали мастер-классы по фитнесу, танцам и психологии. А для детей три площадки с аниматорами. Этот фестиваль провели при поддержке общественных организаций. Его планируют сделать традиционным. Хочется, чтобы люди вот с хорошим настроением приходили, развлекались. Здесь что-то увидели для себя, информацию полезную для здоровья, для культуры. Вот это, вот, собственно говоря, вот в этом есть весь позитив. Не в бесплатном, конечно, мороженом, а в том, что люди вот что-то позитивное могли увидеть.